Сегодня пятница, праздник Сан-Хуан, и мы поехали отмечать. Я нарядилась, не знаю, видно, не видно. Вот. Мы уж там много раз были в этом ресторане. Идем в китайский ресторан. Сегодня выходной. Леха поэтому на заправке сигареты купил. Ой, какой, что-то у нас так похолодало. Тоже рада. Блин, холодно. Ветер такой. Знаете, у нас что тут болтают, что сигареты будут со следующего месяца 8 евро пачка. Капец. Вот и будет Леха работать только на сигареты. Ну-ка, поснимай меня. Ну, блин, ну. Ну, что, тебя же включено уже все. Ты перевернула. Выключи, включи снова. Мы находимся в Бланосе. Вот этот ресторан. Мы туда раньше часто ходили, когда у нас была компания большая. Но, кстати, этой компании больше и нет. Ну, в общем. Вон меню 14.50. Давай туда сядем, да? Или туда? Как обычно, там же мы сидели. Пошли. Какая тут люстра красивая. Леша уже побежал набирать все. Вот я тоже туда пойду. С Лехой у нас праздник живота. Все, морепродукты, видите. Все набрала. Даже сушу сделала. Потому что тут это красная рыба. Принесли коктейль попсику. Мы решили в такую жару. Решили. Леха за рулем, а я не хочу никакой спиртного. Леша себе что-то заказал жариться там, пошел. А я не хочу, я уже набрала. Тут, смотрите, рыба есть. Вот это рыба есть, это водоросли. Это тут креветка, по-моему. Мне достаточно, я больше не буду. Я больше не влезу. Потом еще фрукты поем и все. Вот на тищу себе Леха нажарил. Это сепия, да? Это сепия. Вот еще вот эти приправки. А я, в общем, все, уже больше ничего не... Я уже ничего не лезет. Вот это бакалау, она такая соленая. Не, я такую соленую не могу есть. Так, я себе набрала фруктов, Леша мороженку. Мороженое с фруктами. Я тоже с фруктами, да? А у меня, видите, здесь арбуз. Это у меня дыня, а это у меня ананас. Леха, давай выпьем. Давай, Леха, выпьем. Чтоб все было хорошо. Как
хорошо наелась. Смотрите, какая люстра красивая. Какие люстры красивые, вообще супер. Все, наелась. Арбуз у меня уже не влез. Арбуз такой сладкий, блин, ананас тоже супер. Сейчас здесь хороший ресторан, мне очень нравится. Здесь выбор хороший, фрукты всегда нормальные, сладкие. И цена 15 евро в это выходной. А то в других ресторанах 18 уже стало. Не знаете, почему нравится вот такой буфет Libre? Ну, потому что я беру то, что хочу, и в том количестве, сколько съем. А когда ходишь там, где фиксировано, дают огромную тарелку, и потом ее съесть нельзя. Всегда мне так нравится ревизию делать туалетов. Где тут свет? Смотрите, какой там. Блин, Валитов сделала. Вот такой ресторан в Бланосе. Если что, выходите. Вкусно, мне очень нравится. Из всех ресторанов, вот, которые мы последний раз были китайские, это самый такой хороший ресторан. Но знаете, что я заметила? Что китайцы тоже как-то не сильно там заморачиваются за чистотой туалета. Вот у испанцев, у них всегда они так это очень заморочены всегда, чтобы у них все блестело, все сверкало, все в кафель. А китайцы как-то так не особо заморачиваются. Вот я просто хочу показать тут тоже такой барчик хорошенький. Красота. Там день рождения, что ли, у них какой-то. Ну ладно, до свидания. Кому понравилось, не забывайте ставить лайки. Такая туча. По-моему, сейчас дождь ливанет. -23 градуса. После такой жары, кажется, вообще холодно. Нет, слава богу, что жара спала. Черное-черное небо. Заплатили мы 36 евро, да? 36 евро, так. Обнаелись хорошо. На ночь глядя. Завтра, если море будет нормальное, буду завтра плавать туда-сюда. Этот ресторан, блин. Ну ничего, раз в месяц ставить, можно себя побаловать. Потом можно опять. Вот он, этот ресторан. Коста Браво называется. Мы с Лёхом решили сделать променад. Там вон яхта, смотрите. О, смотрите. Ой, вон шторма. Шторма нет. Значит, завтра с утра уже нормально будет. Завтра с утра я смогу опять сходить поплавать. 2 дня шторм был у нас. С утра. Успокаивается, море уже видно. Все. Сегодня с Лёхой в бассейн ходили из-за того, что... И Иринка тоже не приехала. Она мне позвонила, говорю, Ирина, у нас тут шторм. И она, ну ладно, тогда мы в другое место поедем. А они ездят в Сан-Филио. Там такая есть штука, которая вот разбивает волны. И там, ну, всегда можно купаться. Такой какой-то, такая бетонная штука, которая волны не дает до берега доходить.
Всем привет.